Так, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, а мы находимся в игре Epic Battle Simulator 2. На первый Epic Battle Simulator я обзоров не делал, но второй он более у нас был разительный, и он заслужил внимания. Кстати, тут есть тоже персонажи Epic, но, к сожалению, прикол в том, то, что я их всех вот так вот покупал уже, ну... Не то, что за настоящие деньги, а я взломал игру себе на планшете эту. И, может быть, когда вот мы пройдем побольше уровней, я вам покажу этих эпик персонажей. А пока давайте просто перейдем в уровни. Заметьте, как у нас тут, кстати, все круто выглядит. Мы можем тут весь ландшафт осмотреть. Вдоль и поперек. Кто у нас тут? А, вот так, да. А мы можем случайно посмотреть, кто у нас тут? Ладно, не можем. У нас есть 300 монет, да? Да, вот так вот расставим наших бойцов и посмотрим на сражение. Вау, ни хрена себе, как вы вынесли-то хорошо. А это чё? Epic Battle Simulator, ты только с ума не сходи. Кстати, игра не компьютерная, а андроидная. На планшет идет. Чё произошло? Ладно, подождите. Сейчас немножечко. Что-то у нас хрень какая-то произошла в игре. Сбой, наверное. Короче, вот вынесли у меня копьеносцы. И это очень круто. Сама игра по себе прикольная, напоминает Tabs или там еще какие-то стратегические игры. Total Tank Simulator тоже напоминает. Ну вот она сейчас у нас лагает тут немножко, ну ладно. Так, у нас следующий тут уровень. Ой, ты чё? Дай-ка мне список бойцов. Мы, наверное, поставим... Ага. Раз, два, три. Три щитовика. И сзади двух рыцарей. Вопрос, я могу тут как-нибудь это по-другому вот так вот приблизиться? А то жалко. Чё, только с воздуха мне на это всё смотреть. Ну ладно. Ну какое у нас тут мясо происходит, за место какое, давай, мочи давай, выноси. О, молодцы, хорошо полетели наши противнички. Ой, ну без реклам не обойдется, да. Успокойся ты со своей рекламой, давай next level. Уровень третий. Что мы тут имеем? У нас тут обычные ребятки. Так, щиты есть. Ага. Ну, предлагаю вот так. И потом еще вот так на закрепление. Ну чё? Так, обычный боец у нас 20 стоит. Ну ладно, в бой. Давайте мочите. О, как хорошо-то пошли. Отлично вынесли просто. Так, ладно, следующий уровень. О, тут у нас уже наездник есть. Стопэ, мы же ведь можем еще...
так нашу армию-то распоряжать? Лучники, у нас же тут разные есть бойцы-то. Че это плюто? Давайте сразу возьмем слона. А вот взять слона у нас будет. Раз, два, три. Три лучника, ну чё, в бой. Давай слоном, слоном мочи. Так, лучники у нас там тоже не стреляют. Смотрите, как слон тут мочит. На нафиг, на нафиг. Молодец, слоняры. Лучники наши застрелили, молодцы. Боже. Тут реклама, конечно, это шутка. Так, следующий уровень. Тут у нас три щитовика и три, точнее, рыцаря три и три лучника. Ну, что можно поставить? Давайте-ка сделаем попроще. И тебя мы все закроем. Кем закроем? Ну, такими же двумя рыцарями. И еще возьмем одного арбалетчика. Неправильно я говорил. Ну что, в бой? Отлично. Бужником уже тут снеслось. Ну давай, мочи, мочи. Давай, давай, давай. Отлично, камни помогли ему тут. Ну, офигеть. Давай, давай. Сноси камни. Эх, ну чё ж ты так мало-то? Ну, не умирай. Да чё ж ты? Ну. Эх, плохо дело. Стопай, кажись, научился. Блин, стой. Иду, я научился камеры поворачивать. Так. На компьютере. Что мы можем еще сделать? Мы можем. А давайте-ка три пушки сзади. Спереди у нас будет. А спереди поставим просто двух болванов. Как хорошо-то. Вон, я научился осматриваться, круто. Охренеть, отлично вынес, да. Ну-ка, ну-ка, давай в этих стреляй. Battle Complected. Так мы выиграли или чё? Ну-ка. Значит, вот так вот пойдем. У нас тут они стоят так, да? Раз, два, три. А сзади у нас пойдут. Раз, два, три арбалетчика. Плюс еще двух мушкетчиков по бокам. Я думаю, отличная тактика. Ну, давай, давай. Давай, давай, давай. Отлично, давай, 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 иди сюда, иди, иди. Мочи этих. Отлично. Хорошо. И без потерь. Так, у нас тут теперь зима. Спешл. Ты кто у нас? Ты у нас какой-то страшный, да? Ты у нас гигант. Рядом с гигантом мы можем... Вот еще двух спешл сзади. И одного арбалетчика. Ну что, в бой. Давай, гигант, гаси. Отлично, мощно, мощно тогда. Гиганта мы лишились. Что у нас этот спешл ответит? Он нас ножами кидает. Или чем у нас кидает? Так, давай, арбалетчик. Да ты чё? Плейгейм. Чё мы ещё сделаем?
Давай-ка. Тогда вот так пойдем. И армию сделаю. Не будет моя армия сильна. Потому что я сейчас еще вот так сделаю. И арбалетчика. Арбалетчик хуже этого, что ли? Этого лучника. Ну, давай, мочи. О, этот уже полетел. Он лежит с мечом. Могилку уже. Давай, 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 давай. Режь, режь их. Режь нахрен, давай. Давай, разберись с ним по-мужски. Давай, на. На. Отлично, вот он лежит. Отлично. О, гигант у нас тут теперь. Что мы можем сделать? Предлагаю две катапульты по бачкам. Эй, мне еще вообще-то надо. Вот так лучше будет. Поставилось. И кого-нибудь так на поддержку, на прикрытие, типа отвлекающий маневр. Ну чё, в бой. Так, ну чё, давайте побежали, побежали, пацаны. Отлично, вам тут уже сбили половину. Вы затащите, вы должны. Так, осторожно, великан идет. Великана убейте, убейте великана. Ну, ну. Давай великана мочи. Отлично. Теперь вот с этим мушкетчиком разберись. Встреча сейчас муж... минус мушкетчик. Скыдыщ. Отлично, самое главное, без промаха. Без рекламы. Ничего тут рекламирую чушь всякую. Что у нас тут? Интересная тактика. И что мы будем делать? А давай вот так вот сделаем. Кавалерию. Я пошлю. Пусть окружают. И вот им еще тут на отвлекающий маневр. В бой. Давай, 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 лети, лети, не поддавайтесь. Кавалерия, мочи, мочи, не прицелиться. Уже одной этой нет, блин, прям под жопу коню дали. Ну, жестоко, давай. Ну чё ж ты, куда ты? Беги, беги нахрен. Ой, не, не впритык, впритык не надо. Охренеть ты, монстр. Ты тащишь, блин. Вот это вот было жестко. Окей. Что мы можем сделать? Точняк. Мы же можем... Не-не-не, убрать. Сейчас мы сначала сделаем по-красивому. Вот это вот у нас будет отвлекающий маневр. Спешл. Двое великанов сзади. Потом еще. Отлично, давай попробуем. Пока отвлекутся тут на этих, на ребятней наших обычных. А ребятня-то, кстати, борется. Ребятня-то сражается. О, мужик какой убойный, он подошел, один всех мочит. Отлично, теперь осталась надежда только на наших великанов. Минус великан, охренеть. Что же за пипец-то? И как с вами справляться? Пипец. Так. Ой, не туда я залез, подождите. Так. Давайте мы сами эту же силу против них направим. Только
Так, вот. Да, вот так вот мы пойдем. И тут вот так у нас будет. Ну, еще вот так. Давай, в бой. Ну, давай, мочи. Охренеть. Ну, отлично, затащили. Еее. Так. А, вот это вот, наверное, будет элементарно, потому что берем спешл один. Сзади ставим мушкет. И в бой. Встреча затащим. Вон великан наш тут вовсю. А мушкет чё? Не-не-не, не затащили все это, пипец. Чё он там в спине рубить в этом скелете стал, непонятно. Скелет это уже скелет, блин, чё там рубить-то можно? Так, ну... Раз, два. А почему у него тройка, у меня один написан? Хими спешл эпик. Эпик я не могу. Что я могу? Вот так сделать. А впереди поставить каких-нибудь тут нормальненьких бойцов. Трое этих. Этих. Одно вот этого. Все. Копьеносцы. Ну давайте. У-у-у, живот, что у нас тут улетело. Ну что у нас там? У нас тут замес идет полный. Просто полный замес вообще. Ну. Блин, катапульта отвлеклась вообще мощно. Давай, 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 прям в них обоих. Не тупи. Да чё ж ты? Окей. А чё если вот мы вообще вот так сделаем? В круг возьмем. И еще я добавлю. А чё, не могу, а 15 на 15. Ну давай. Стреляй. Вы должны справиться. Нет, плохая идея, видимо, была. Эти вон уроды идут тут. Да, это была плохая идея. Значит, если это была плохая идея. Мы можем поставить щитовиков, а на остальные деньги мы купим. Тут расставлю, тут расставлю. Тут. Сзади. Все, в бой. Блин. Вот это вот жестко было. Так, замес идет полный. Арбалетчики, ну чё ж вы. О, на копье взял. Это было жестко. О, молодцы, молодцы. Хорошую тактику, вот, кажется, придумал. А щитовиков-то наших не пробьешь. Ну, почти. Бедный щитовик. Ну куда вы тут драпанули-то? У-у-у. Минус один арбалетчик. Ну давай, давай же. Ну. Попадай. Отлично. Одного лошадь осталось. Давайте его справитесь, я верю.
тут замес у нас тут. Давай, давай, давай. Отлично. По красоте. Это чё? Ты кто? Все ясно. Значит, делаем проще. Бокам катапульты и все. Тебе конец, братик. Ни хрена ты спартанец. Ха-ха, все тебе. Ишь ты че удумал? Я спартанцы твою. У нас уже 600 кристалликов, нормальное количество стало. Так, так, так. Это у нас кто? Не, а куда музыка-то пропала? Эй? Погодите, что с музыкой-то? Ещё в наушниках музыка вообще пропала. Вообще звук пропал. Так. Давайте возьмем. Ну, тоже двух щитовиков. Так. И вот так. Должны затащить, я так думаю, в основном. Ну чё? Взяли щитовиков, они тут в кольцо. Осталось им только вот сюда идти, вот на этих уродов. Все, уже идут. А еще у нас вон два мушкетчика стоят. Давай, давай, давай. Ву, молодцы, молодцы. Красавцы просто. Ох, хорошо-то как. Затащили. Ладно. Это у нас уже 12 уровень. Ну, что ж, дорогие друзья, с вами был Totem Pal, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте ожидать новой серии Epic Battle Simulator 2. Всем удачи, всем пока.